Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы начинаем проходить игру Skea 2, то есть прямое продолжение той самой понравившейся вам игрушки. Мне прям не терпится, потому что первая часть запомнилась мне. Я ее вот, то есть только что прошел. Для вас это, наверное, было вчера или даже позавчера. Я ее прошел только что и под впечатлением от первой сразу начинаю вторую. Поэтому давайте смотреть, что же тут такое. Эпизод первый. Впереди долгая дорога. Ссылку на игру вы, как всегда, можете найти в описании. Выглядит все, как всегда, просто отлично. О, как похож на Шепарда. Куда ж мы едем? Заправка. Только 24 часа. Ну, это уже что-то более приближено к реальности, потому что в первую часть мы бегали по подвалам, заполненным древесиной. Так, мы приехали заправиться. Пойдем оплатим, что ли? Бардак. Hello? Anybody here? Talk to me, please. I'm so lonely. Где все люди вообще? Что происходит? Может быть... Так. Блин, что-то чувствительность дико. Давайте мы маленько убавим ее. Как-то вот так вот примерно. Чтобы вам удобнее было смотреть. Это сейчас, как обычно, некоторые люди напишут, что их укачивают. Так, хорошо. Хорошо. Не знаю, на самом деле, то, что мы делаем сейчас, это странно. Какого черта вообще? Может быть, мне отсюда нужно... Приехали, называется. Пойдем наружу. Я ничего не вижу, все, просто садимся в машину и уезжаем к чертовой матери. Блин, капец. Не, все-таки я вот так посмотреть, для чего все круто сделано, да? Ладно, нам очевидно нужно... Кстати, наш персонаж научился бегать. Юху! Поздравляем. Что же я делаю тогда? Отсюда мы не лезем. Какие-то чемоданчики со значком биологической опасности. Ладно, все, давайте искать тогда более целенаправленно. Возможно, что-то нужно сделать с этим ящиком. Я не знаю, какие функции появились во второй кво. Что это? Это там? За стеной? Hello? Это было. У него был хвост. Капец. Полиция, ну слава богу. Стой, ну. Так, ну, ладно, типа заправили.
и поехали себе дальше. Неважно, что там слышны были крики борьбы, неважно, что мы только что своровали этот бензин. Просто приехали, заправились и поехали дальше. Далеко, похоже, не уехали. Та самая полицейская машина. Так, пойдем проверим, может, им помощь нужна. Эй! Офицеры! Вам нужна помощь! Смотри, колеса просто. Капец. Нормально так полетело, похоже. Где люди все? Окей. Хорошо. Что дальше? Так, ну, в общем, с машиной все плохо. Пойдем обратно. Вторая часть более, ебана мать, более профессионально сделана, но при этом менее очевидно почему-то. То есть там были коридоры, в них было страшно. Здесь постоянно требуется что-то непонятное. Но пока что мне все нравится. Ну, валим. У нас герой вообще безответственный какой-то. Сначала своровал бензин, потом посмотрел, о, полицейская машина разбитая. Хорошо, поехали дальше. Даже по мобиле не позвонил, чтобы там, я не знаю, помощь оказали. Эдроу. Великолепный мододел из Донецка. Ну что ж, вот так оно и начинается. По крайней мере, мы попали сюда уже не на самолете, да? Уже что-то. Хотелось бы сразу сказать, что и в первой, и второй части заставки, вот эти вот планы, они отличаются затянутостью. Это бы я приписал к недостаткам, но с другой стороны, когда это происходит в те моменты, когда ждешь чего-то нехорошего, напрягаешься от них очень сильно. Но временами, конечно, это все отдает затянутостью. Хотя я бы, конечно... Ох, хватит придираться, в общем. Не совсем понятно, кто такой главный герой, куда он едет. Ладно, будем считать, что он едет по делам. Остальное нам не важно. Зовут его вроде как Джек. И он ужасно будет машину. Отлично. Давайте убираться уже. Ты живой там хотя бы?
Да, начало дает такой затянутостью. Ну вот оно закончилось, опять. Похоже, эта машина больше никуда не поедет. Ну, тут я с тобой согласен. Особенно учитывая, что у нее оторвало все колеса. Хорошо, там я вижу холм какой-то. Куда же нам идти? Видимо, туда. Ой, насколько лучше стало, когда наш герой научился бегать. Я прям поспокойнее себя стал чувствовать. С другой стороны, это означает, что мы, скорее всего, будем убегать от кого-то. Это меня беспокоит. Да, в такой глуши. Спокойно. Что там такое? Блин, как один человек мог такое сделать? Хорошо. Кто-то сжег прямо на перроне костер. Неважно. Давайте осматриваться. Возможно, мы найдем тут телефон и сможем звонить в полицию. Хотя что-то и насчет полиции я уже особо не уверен. Потому что видели, что произошло только что. Окей. Все те же радио. Мужики, прием! Ну? Ребята наши где-то потерялись. Че, ребята потерялись? Отряд на поиски. А, это полиция, похоже? Ну, хорошо. По крайней мере, здесь полиция проводит поиски. Значит, может, и нас найдут. Едь просто. Что это такое? Может, мы сможем взять этот фонарь? Я не хочу просто в то поле идти. Ни в какую. Так, фонарь. Фонарь теперь у нас. Ай-яй-яй. Понятно, мы его можем хватать, но ладно. В общем, это не очень-то удобно. Ну, пригодится. Освещает он, прямо скажем, так себе. К чертовой матери. Так, это что там такое? Это, похоже, тепловоз. И там подъем на него. Хорошо, давайте попробуем. Причем побыстрее, что-то мне
Совсем не нравится тут. Рельсы ведут в забор. Тепловоз, похоже, никуда не поедет. Что-то там есть. Вы знаете, мне вторая часть нравится гораздо больше первой, именно потому что здесь не так. Первая часть была очень насыщенной, но гораздо проще. Это примерно как Пенумбра 2 и Пенумбра 1. Первая Пенумбра была более простой, и вторую видно. Автор гораздо более сильно старался, при этом и повествование стало более размеренным. А еще тут кругом кровище, отлично. Давайте убираться. Туда мы не пойдем. Я уже вижу. Хорошо, сюда мы тоже не попадаем. Куда идти тогда? Вон дом какой-то. Может, к нему? Похоже на то. Что-то, знаете, во всем этом есть, во-первых, от сериала Lost. Во-вторых, что-то сталкеровское. Я не знаю, может, из-за того, что фонарик в руках. Ну, как-то... Начинается. Люди! Есть кто? Да, тут ничего. Хорошо, пойдем сюда. Что я сделал? Неважно. Черт вообще. Подожди. Так, ну я что-то запустил, похоже. Да, сейчас поедем. Надо валить уже отсюда. Я не этого хотел. Что я натворил? То ли он нам сейчас дорогу пробьет, то ли что. Я думаю, все вокруг слышали, что мы тут теперь. Да, что-то он там, что-то сломал. Сломал? Хорошо, и что? Может, под ним что-то там освободилось, и нам обратно бежать сейчас? А, вот, он подвинул. Ладно, побежали к этой водокачке. А там дом какой-то. Вон что-то есть. 100 метров в ту сторону.
Не, пока что я вижу, что вторая часть сделана гораздо более, то есть тщательно, но при этом поскучнее она пока что. То есть не так страшно, там сразу как-то хватало за... Ну, вы поняли. А здесь пока что бегу, мне не то чтобы страшно, просто интересно, куда я бегу. Что происходит? Зачем вообще это все сделал? Мотивация главного героя пока что не сильно понятна. Ну, то есть машина сломалась, но вначале куда он ехал, что это было, зачем он бросил полицейских. Ну, там пустая машина, конечно, была, но тем не менее. И мы пришли к какому-то дому. Что за дом? Выглядит не очень по-американски. Скорее, повторюсь, как-то вот по-сталкеровски. Дымок идет. Кто-то тут обитает. Хозяева! Да, здесь явно... Твою мать! Зачем так делать? Фу, блин. Это просто, знаете почему? Это я расслабился, потому что давно ничего не происходило. Ой, блин, вот это было страшновато. Ну что, давайте, наверное, на этом закончим эту серию, а в следующей посмотрим, к чему привел такой погром здесь у главного. Бабайки, похоже, силёнок поприбавилось, потому что творит он что-то совсем непотребное. Пока что могу сказать, что здесь серьезное провисание в плане повествования. Постоянно какие-то затянутые перебежки по 5 минут. Но все равно постановка всего очень крутая. Я думаю, чем дальше, тем лучше будет. И надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.